Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, на канале Джека Фрост. Всем здравствуйте, перед вами игра София Эмбер, Flower Girls. Если по-русски переводить, это София Эмбер, цветочная девушка, типа, или девочка. Кому как нравится, короче говоря, наконец-то руки дошли у меня до этой игрушки. Очень давно хотел снять, это браузерная игра. Записываю рамкой, поэтому тут может быть какие-то сходы, какие-то не сходы. Так, короче говоря, да. Чё я? Ну и мы, понимаете, тут в роли это в целом. Маникюрщик, вот рисуем брови. Я тут, понимаете, как понимаете, зачем же мне, зачем мне жена, я все умею сам. Вот тут так же. Нет, я понимаю, то, что сейчас немножко утрирую, но все-таки. Я как бы не считаю за жену, если там мужчина хотя бы как-то будет в женских радостях разбираться. Наоборот, будет плюс, это как бы будет понимание. И вторая половина поймет, да он не такой плохой, он как бы чувствует, он понимает, чем я дошел, а не так же, блин. Короче, о чем это я с разных планет? Ну, ладно, короче, мы сейчас... Вроде бы... Это самое маникюрщик из... косметолога, господи, блин, все собрал, ну, да, почему? Так, спокойно, спокойно. Так, это что такое? Я надеюсь, это жидрозг не падает. А, это глаза. Знаете, вот такие специальные линзы, которые ставятся к цене. Давайте такие оставим, которые специально есть, как бы, блин, я видел. И линзы кошки, глаза это вообще. Они выглядят примерно вот так вот. Вот так вот, примерно вот так вот. Вот. То есть глаза, как у кошки. Это вообще. Это кол. Так, что нам здесь? Ну, давай румяна. Я говорю, я скоро же буду во всех женских радостях разбираться. Ну, как бы не считать за зону. Ну, само собой, финальный штрих помады. Так, теперь у нас Эмбер. Так, что у меня есть, делаем? Так, танц. Ну, как бы привлекал, я говорю, тут куча вариантов. Возможно, вот так вот сделать. Пожалуйста. Может, чуть потемнее.
хотел делать. И к себе наоборот. Ну, я делаю как бы... Как я там удобно, но... Так, чё? Вот так. Что-то вообще не то. Синий? Блин, да не дальтоник, да не сливается. Не, ну там есть, скорее всего, какая-то не детская косметика, потому что взрослые. Там же химикаты эти, блин. Растворители и прочая ерунда. Мне прям слишком круто. Прикольно, ну вот и так вот ей подходит. Это как бы реалы, что ли. Да что такое-то? Ой, идеально. Ну, допустим. Так, это мы сделали. Теперь одежда. Так, третий. Ну, как вот. Даже без диадемы. Так, это не мне диадема, это я. Это Лара, который никогда не снимает. Ну, как бы вот так, вот так. Ну, Сережки сейчас. Next. Так, может быть тут... тут выборы есть. Продолжение.
знаете, за кутилья. Давайте репзайним дружно. Короче, вы что, мы пропустили, это же вот чуть есть, блин. Номер 5. Полет вашей фантазии, какой-нибудь
раскрыл свое видение. Здесь можно нафантазировать так, что, блин, мало не покажется. Ладно, спасибо, что смотрели. Кому выпуск понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать новые видео от меня. С вами был Жихру, всем пока-пока.